think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, прокачиваем сегодня скиллы. До героя я еще дойду. Буду делать его прокачку. Решил прокачать скиллы, посмотреть, что же надо для прокачки 15-го скилла. Какие итемы. Я показывал вам, у нас в судьбе только некоторые локации смогут набрать 74 800, то есть вот на этой локации у меня 65, нереально, 66, 74, 65 это средние локации, 74 там где 8 героев, 84 это локации там где мы уже сможем более-менее прокачать 15-ки. Так, 73, ну 1000 здесь не на чем, просто на грибти, тут все на максимум прокачано, то есть по прокачкам. Вот эта вот прокачка, она по сути нам больше не даст дальше прокачивать судьбу, то есть это ни на что не влияет уже. В общем, поехали. Начнем с прокачки божества. Не знаю, смотрите, сколько надо будет ресурсов. Нам надо 74 800, у нас здесь 84 тысячи, поехали. 800, ребят, 800. Офигеть, сколько надо синих кристаллов. Вот, то, о чем я говорил. Уже на пятой надо камешки. То есть, ну, просто дофигища надо будет этих камней. Три камня по миллиону. И дофигища запашек. Опять три камня. Шесть камней уже ушло. 1 200 000. Не, ну это, конечно, синих камней. Еще 4, это уже 10 камней. Я офигею. Ну и плюс эти расходуются еще. Да, ребята. А сколько синих кристаллов? Два камня для прокачки 15-го и 6 новых. Не, ну вы, конечно, извините, но это просто гон. И 8 героев. 8 героев. Конечно, IDG, я все понимаю. Расходников в принципе хватает. Камешки придется копить, и их надо будет дофига. Это сейчас удобно и классно будет прокачивать тем, кто начал вот недавно донат. Камни сейчас будут очень востребованы, вот эти. Ну, их надо просто дофигища. То есть получается 10 камней нам надо. Ну, что я могу сказать? Вы, в принципе, и так все знаете, ребят. Что тут говорить? По героям поехали. Давайте тыковку сейчас подымем. Ну, это просто жесть. Посмотрите на эти расходники. Без донату, я сразу говорю, это нереально качнуть, потому что у многих без донатов нету дофигища героев. Не, ну это жестко. Синих кристаллов надо просто валом. Офигеть. Ну, что я могу сказать? Тут даже нечего говорить. Тут просто надо молчать. Да прикиньте, сколько надо ресурсов для прокачки героя. Вот у меня уже не хватает синих кристаллов. Этих 50 миллионов, которые у меня есть, ну это вообще ни о чем, честно скажу. То есть придется покупать третьи сундуки, опять же, и третьими сундуками полностью фигачить. А других вариантов просто нет. Да, это жестко. То надо будет фармить за пределы, опять то же самое для камней, потому что камней надо дофига. Ну, самое основное — это камик руки 5 сейчас будут расходоваться. Новых надо всего лишь 6 штучек в конце. Их пока так особо не продают, но, блин. Обычных камней поехали. Сейчас прокачаем. Попробуем прокачать всю локацию. Так,
Давайте лисицу докачаем. Вот у нас 50 лямов. 50, ребят, 50 лямов. Я не говорю там уже про ЗП-шки. Сейчас посмотрим, насколько нам героев хватит. Таким темпом. Ну, это жестко. 8 героев. И тут ты понимаешь, что надо фармить КБшку, надо синие кристаллы опять. Ну, конечно, их продают дофига, это не есть проблема. Но силушка, конечно, тоже жестко поднимается. Так, ПБшка, кстати, у ПБшки тоже классный скилл. Мне просто интересно, насколько. Ну, я думаю, на 3 героя это потолок. 3-4 героя. Ну, по ляму. По ляму, потом лям 200, даже меньше, мне кажется. Это третий герой у нас. Даже на 3 героя 50 лямов не хватает. Просто жесть, ребят. Это реально смешно. Ну, у меня есть вот эти кристаллы. Их можно будет продавать. Мне, в принципе, эти кристаллы не нужны, красные, только для прокачки героя надо. Ну, блин, что я могу сказать? Это просто жопа. По расходникам реально полная жопа. Конечно, силы дает дофига. Но 3 героя... Так, зайдем отсюда. 3 героя для прокачки это... Нечто. Да, тут я думаю без комментариев, просто да, статы обалденные добавляются. То есть увеличение стат, увеличение силы, это все круто, но... Камон, блин. Ну, хотя, в принципе, все равно мы всех сразу качнуть не сможем. То есть это и так понятно. Я вам показывал, там две локации только прокачиваться будет пока что. Ну, три, возможно. Там плюс-минус еще, может, подшаманить обычных героев можно будет. Но не больше. То есть это будет потолок. Остальное все, ну, просто unreal. Ну, по крайней мере, у меня больше неоткуда брать. Так, божество... Ну, желтых камней, как видите, до сих пор нету. Да. В общем, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, расходников просто нереально, дофига надо. Это при том, что у меня, ну, на начальных я показывал на ASI аккаунт. Там кто после меня донатил, допустим, да, то есть, ну, кто новички донатил, у них камешки еще есть, плюс-минус. Ну, сейчас мы одну линейку докачаем, я думаю. Вот это еще одна линейка, которую можно будет прокачать. Ну, а так это просто нереально. Сколько надо всего? Помимо того, что надо все героев иметь, и чтобы они у вас были на максималку прокачаны. Но будет куда хотя бы книги девать. ЗП-шки. Сейчас посмотрим, сколько на мелких надо еще. Ресурсов, ребята, уходит. Здесь тоже, посмотрите, по 800к улетает.
Не хватило. Чуть-чуть не хватило. Кристаллы просто разлетаются. Блять. Это все фигня. У меня есть другой вариант для кристаллов, я уже показывал. Ладно, пусть будет, будем делать аугментации. Есть эмблемы, которые, по сути, я нафиг удаляю, потому что, ну, они бессмысленные, семерки. Я их все равно ковать не буду. Вот, пожалуйста, 26 лямов, 18 лямов, все. То есть с этим проблем как бы тоже нету для донатов, у кого есть дофига эмблем. Так, поехали, добьем. Так, ну что сделали? Тут три камешка надо, ну тоже 6 и 8 героев. Итого, у нас вся локация 99, не хватает новых камней. Вот так вот. Так, а мне интересно посмотреть локации, где у нас новый герой. Так, вот он у нас 66, да, плюс-минус. Ну, надо будет его прокачать. Но все равно мы тут 74, я думаю, не наберем. Хотя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмой зеленый, возможно, как вариант. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого. Реально, надо дофига всего. Просто дофигища. Для 15 скиллов. Тут даже комментировать, думаю, не надо ничего. В общем, всем удачи, всем пока.